Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Mazda CX-5. Итак, вот такой экземпляр я загнал себе в гараж и разобрал его. Итак, что мы теперь видим? Лонжероны как бы по виду на месте. Основные повреждения — это передняя стойка, вбита вовнутрь, и, как можно видеть, также панельный участок, то есть вот этот вот, из-за того, что стойка вбита. Итак, вытягиваю стойку. Итак, вытянул все, что можно, то, что позволялось. Теперь для продолжения работ отсверливаю ненужные мне части. Боковинку, она мне будет мешать выровнять верхнюю полку. И внутреннюю часть, чтобы подойти к усилителям и ко всем этим. Ну что, продолжали вытягивать. Повреждение внешнего металла равняю при помощи споттера. Итак, вытяжка закончилась. Теперь свариваю все детали, удаленные, обратно. И на этом работа с металлом со стойкой как бы закончена. Теперь приступаю к ремонту переда машины. Но для начала, естественно, снимаю все размеры и рулеткой, и лазерным уровнем, для определения дальнейших работ. Как уже говорил, на глаз лонжероны были на месте. Лазером я проверил. И да, действительно, как можете видеть, они на месте. Но мне нужно будет отремонтировать вот эту часть подрамника, что я и делаю.
Итак, подрамник практически готов, осталось его чуть-чуть подкорректировать, как можно видеть по лазеру. И теперь я подгоняю те детали, которые мне не сходятся по размерам. После чего примеряю верхнюю панельку и начинаю потихоньку все скручивать. Но сначала измерю еще раз размерчики. Установим перед камерой по центру, и размеры идентичны. Теперь можно все скручивать. Но сначала я покрашу стойку, чтобы мне потом ее не разбирать. Итак, покрасил, и теперь могу ставить двери и все остальное. Итак, все скрутил, проверяю зазорчики. Зазорчики здесь good, между фарами которые там good. Ну, в общем, одинаковые везде зазоры. Ну что, работы с металлом закончены. Разбираю машину и готовлю покраски. В общем, шпаклюю, грунтую. Крашу. Итак, автомобиль покрашен и собран. Вот такой он был до ремонта, а такой после ремонта. Ну, на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мои новые видео. Спасибо за просмотр. С вами был Артур. Пока!